Добрый день! Мы рады представить вашему вниманию IP-камеру Panasonic WVSF-438E. Это внутренняя фишай-камера с матрицей 3,1 Мп прогрессивной разверткой. Камера выдает два потока данных. На борту присутствует детектор движения, трехмерное шумоподавление, функция супердинамик. Имеется слот для установки SD, SDHC, SDXC карт памяти. Интерфейсы камеры. Это разъем RJ45, поддерживается питание по сети Ethernet PoE, разъем питания 12 вольт, тревожные входы и выходы, аудиовход и аудиовыход. Давайте посмотрим на веб-интерфейс камеры. В веб-интерфейсе предоставляется возможность просматривать картинку с камеры. Настроить угол обзора можно несколькими способами. Первый – это кликом в пространстве на интересующем канале. Приближать и удалять можно с помощью колесика мышки. Управление джойстиком возможно только на первом канале. Также можно нажать на кнопку Fisheye Control и выбрать зонное отображение. Есть режим патрулирования. Модель WVSF-438E интегрирована в профессиональный программный комплекс Trasir и отображается в нем как 4 канала. Зоны отображения настраиваются через веб-интерфейс. Спасибо за внимание и до скорых встреч!